Здравствуйте, с пятницей всех. Что можно сказать про статус ТПС для украинцев на сегодняшний день? Что подаваться можно будет в ближайшее время. Анкета есть. Анкета на подачу достаточно длинная, 13 страниц. Плюс будет дополнительная анкета подаваться на разрешение на работу. Цена этого всего процесса у них $50. То есть иммиграция берет $50 за получение ТПС и разрешение на работу. Там еще получают 410 и отпечатки пальцев. Поэтому вы можете вполне себе позволить податься на ТПС. Не такое-то уж дорогое удовольствие. Рассмотрение, сколько будет занимать, пока не скажу. Потом можно будет получить разрешение на выезд украинцам. А сам вот этот статус ТПС будет действительно на протяжении 18 месяцев с потенциальным продлением. И вас не депортируют, и выезжать не нужно. Удачи!